тут пробная мишень для гольфслинга. Поэтому только рукой. То есть нужно делать меньше стойки и удержание за счет центральной части. То есть очень много улетает от попадания в стойки. Вот, также внутреннюю сетку нужно делать. То есть вот эта первая сетка, она снимает как бы нагрузку с удара, но дальше все равно пролетает. Порыв ветра. Ну вот, первая мишень для гольфслинга, которая более-менее работает. Сейчас пока вручную дать. Мячи отскакивают, которые посильнее, те попадают. Сейчас попробуем из пращи. Ну, как бы вот такой пока результат. Вот. В целом отрицательно, но понятно, куда двигаться. Ну вот, очередная проба мишени для гольфслинга. Значит, идея такая, что сетка, она просто останавливает мяч, но его не ловит. Задача за минимальное количество бросков пройти трассу, чтобы у вас мячи оставались на территории. То есть если человек попадает непосредственно в мишень, то мячики меньше откатываются. То есть если вот он, например, промахивается, так же как в гольфе, мячик укатывается, и он уже с этой точки должен следующий бросок сделать. Вот. Но задача все делать именно прощой. То есть если он сблизи кинул, то ему придется близко кидать. То есть издалека, соответственно, вот эта мишень. Да, вот попадание в стойку. Вот, но стойку можно убрать ниже. То есть попадание в мишень. Ну, это практически гарантия того, что у вас мячик останется. Специально я поставил на уклоне. То есть мячи скатываются. Вот, чтобы меньше бегать за ними. Вот, но на ровной поверхности они будут меньше раскатываться. Сейчас попробуем прощой.
Ну, резюме такое, что в принципе все это работает. Нужно доработать мишень, сделать ее более крупной. Вот, достаточно, в принципе, прямоугольника. Можно не делать круглый, вот, но тогда метать нужно будет только с одной стороны. Ну, круг, в принципе, интересней. Так, ну вот, мишень, в принципе, работает. Не хуже круглый. Вот, здесь свободная у нее. То есть крепеж минимальный, чтобы она двигалась. То есть, когда она двигается, она как бы обнимает мяч. И он тогда не улетает далеко. Вот здесь опять же покат. Вот. Вокруг, если будет заборчик, все мячики будут оставаться как раз внутри. То есть вот самый простой и рабочий вариант. Ну вот, рабочий вариант. Все, что попало, все задержалось. Все, что не попало, все улетело мимо.